это... Добрый день, уважаемые зрители. Маконич подает навес. Удар. И Кузьминов хорошо был. Удар. Спасли, спасли. Хорошо поборолся, но вот, вот так вот получилось. Никулашвили выходит 1-1. Получается у него. И это гол! Гол, гол! Гол, гол, гол! Голашвили забивает. Все-таки не зря он игрок основной команды. И вот так вот, такой вот оплошность. И не зря поборолся Шевченко за мяч. И думали, что... Платили с этим интересным моментом. Красиво, красиво. Все-таки видна, знаете, вот... Хорошо поборолся, забрал мяч и направо, направо отдает Ермаковича. И Шевченко что же будет? Забивает гол, но офсайд. Офсайд. Но точно нету офсайда, но... Голкипер, смотрите, и что, получится ли у Софеля, и... Ай, чуть-чуть, мог повторить. Кто еще успел накрыть, Кузьминов встречает мяч. Подавал. Продолжают галичане такими дальними навесами, и Ермакович же в центре. Вот этот ломак пробивает. Леонов, Леонов, этот раз Леонов был не сделать этого, и довольно-таки опасно. Стандарт. Савицкий навешивает в центр. И... Софель, Софель отдает на заднюю линию. Савицкий с мячом. Будет бить и пробивает. Довольно-таки опасно. Все, видите, все видите. Маторич, заметьте, что 8 человек штрафной находится среди Белшины. Продвигается быстро, ходит мяч, не задерживается в центре площадки. Сразу же атака сменяет другую, но пас не закончен, а переворот получился. И уже вот он на замену вышел сразу ударный. Но, ну что, вернемся к матчу. Завис, навешивает. Очень хорошая подача. Перекладина. Перекладина попадает. Кружили с Александром. Навес и хорошо. Золотом дом блокирует этот. Пенальти, пенальти. Забивает Белшина, но это пенальти. Он же не засчитал. Самоуверенно, мне кажется, для игроков Белшины. Разгоняется, спеша удар. И тот же угол пробивает 19 номер. Там Белшина, Матлахар. И вот так вот включается левого сайда. Афанасьев выходит 1-1. Что же решать нужно? И вот вот так вот. Накал вот навес. Удар. Хорошо, Нестович. Хорошо защитник наш заблокировал этот удар. Было очень опасно. И но мой тщательно не вступил в эту мер, сколько же осталось. А пока посмотрим на Бузова. Удар поворотом. Голос. Такая Белшина. Емельянов с мячом. Хорошо отдает на Малашевича. Малашевич тоже штрафует. И... Джон с мячом. Он обратно продолжает атаку, но Емельянов не добирается до мяча. К сожалению, было очень опасное
момент Палашевич пробивал и обратно Сидорин в деле. Сидорин не хочет больше поставать. Сломался штрафной, входит, куда вводит, там уже сын Ильянов слишком долго. Дон переводит на переворот, переворот делает прострел. Ура! И не заживает Гомель, какой жалко. Савицкий, хороший. Переворот возвращает. И обрезает у нас три игрока. Криворот движет назад. А тем самым, тем временем, народом футбольного клуба Гомеля. Ковалев будет простреливать. Разгонял атаки своей команды. Ну что ж, Малашевич с мячом. Три игрока есть в нападении. Дубровский обратно Малашевич. Получится ли выход? Все капитан и Сидорин Дмитрий. Да, я соглашусь.